На горе Мельничная открылся новый зимний сезон. В этом году он начался открытым первенством в СМПО среди горнолыжников 2000 года рождения и моложе. Нашим землякам составили конкуренцию гости из Нижнего Тагила и Кировграда. Горные лыжи расчехлили для соревнований более 120 человек. Для горнолыжников были подготовлены два спуска. На первом спортсмены разминались, на втором проходили две попытки слалома. Скорость, реакция, координация – вот основные свойства катания горнолыжников, которые они и показали на соревнованиях. Великолепное прохождение виражей, скорость на спуске, рывки со старта – все это запомнится зрителям. Не обошлось на слаломной трассе без падений и ошибок, но они не охладили пыл участников первенства. Салдинцы выступили достойно на соревнованиях. Лидерами в своих группах стали Кирилл Просин и Денис Бабушкин, Прохор Евстратов и Кирилл Бакланов. Среди девушек отличный результат показала Елена Реутова. В тройку призеров также вошли Даниил Михалев, Антон Аскатов, Семен Ищенко, Никита Попов, Демьян Щербаков и Мария Санникова. Но независимо от результатов состязаний, всем нашим горнолыжникам спортивных побед желаем и в дальнейшем.